Привет, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами планшет Acer Iconia One 10 B3A40. И в данном видеоролике мы сбросим параметры сети на данном планшете. Для этого переходим в настройки. В настройках ищем пункт восстановления и сброс. Здесь выбираем пункт сброс сетевых настроек. Нажимаем «Сбросить настройки», нажимаем «Да», после чего все сетевые настройки, то есть настройки Wi-Fi, Bluetooth, мобильного интернета и точки доступа были сброшены. Спасибо, что смотрели. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!